Нет, дорогие друзья, вот всегда вот возникает у меня такой вопрос, почему во время игр постоянно крутятся какие-то кружочки? Ну, неужели нельзя сделать какие-то полосочки? Ну, как-то разнообразить, что ли? Ну, все-таки разнообразие это движение прогресса, друзья. Всем привет, друзья! И гости канала Дим Онлайн, с вами Дядя Дима, снова на прохождение Ведьмака. И как помните, в прошлой части мы с вами в какой-то сказочной стране спасаем Сиену очередной раз, да, ищем какие-то тут непонятные бобы. Думаю, нам сейчас приключений здесь будет достаточно, да. И, кстати, ладно, пойдемте потихоньку. И, кстати, что печалит меня очень сильно, у меня уже меч, как бы, Что, собственно, происходит в городе? Льется кровь, так но что издыхание. Успокойся, в стране сказок время течет иначе. Мы можем неделю просидеть, а снаружи пройдет пара минут. Ну да, страна сказок это как. Ой, там и там лошадь какая-то, друзья, не что ли это? Берегись, гномы! Блять, гномы. Нам еще только гномов не хватает. Ё-моё, а чё это? Офигенно! Какие-то темные гномы, друзья. Вот блин. Вы слишком симпатичные эти гномы. Они должны охранять границы страны сказок, нарушить. Таких как. Ну конечно. Чувствую, будет нам тут и гномов. И всякой срани. Ну, страна сказок, довольно интересно. Чё? О, единороги. Поймаем их, и тогда не придется таскаться пешком. Чёрный и розовый. Классное чувство, да? Напоминает мне о детстве. А мне кое-чем другом. Можно поподробнее? Не стоит. Единороги, друзья. И плотва. Плотва? А у него все плотва. У Геральда не важно, единорог или не единорог. Плотва она и в Африке, плотва. Так, грибы. Вот офигенно сделали, ё-моё. Вообще, все в порядке. Это он, Оська. Это Оська. Что, ведьмаку какие-то волки? Волки. Легко. Спокойно, все уже кончилось. Вовсе нет. Вон там еще один волк. Сзади. Не волнуйся, он всегда врет. А, понятно. Так это тот самый мальчик, который кричал волки, пока люди не перестали ему верить. Да. Слушай, малыш, Джек говорил, будто ты знаешь, что случилось с его тремя бобами. Ничего я не знаю. А вы лучше глядите. Вон там волки. Так, давай. Интересный будет разговор. Ну ладно, начнем. Допустим на минуту, что ты все же знаешь, что случилось с красным бобом. Где бы он мог быть? Его наверняка никто не проглатывал. Ха, нет. Разумеется. Но если... Кто бы это мог быть? Никто, который его не проглотил. Человек. Самый человеческий человек во всей стране сказок. Люди! Волки! Бегите! Так, с красным выяснили. Ты наверняка не слышал, что случилось с голубым бобом. Не словечко, верно? Я слышал. Кажется, он лежит в открытом поле. Просто так? Никто его не стережет? Никто. Три раза никто. На помощь! Волки! Ты уверен, что ничего не знаешь про желтый боб? Боб. Он где-то очень, ну просто очень глубоко. Почти что совсем под землей. И у кого он? А? У лысого батрака, который совсем, ну просто совсем никого не ждет. Вообще. Люди! Боб!
Еще одно слово о волках, и я порублю тебя на кусочки и скормлю рыбам. Ты понял меня? Так, все, пошли, ну, хватит тут. Берегитесь волков! Трудный собеседник. Разве? Просто помни, что мальчик всегда врет. Точнее, он говорит противоположные правде. Да. Так куда мы сейчас? Точно не знаю. Просто навестим остальные сказки, хотя бы самые важные. Офигеть. Может, тогда разберемся в указаниях. Еще по сказкам я их не ходил. Их не очень-то и много. Значит так. Красная шапочка, три поросенка, потом Златовласка, три медведя, еще Рапунцель и девочка со спичками. Замечательно. Ну ладно, за дело. Невероятно. Ты, должно быть, обожала это место, да? Поначалу. Так, давайте. Но детям быстро все надоедает. Даже чай с принцессами в конце... Сырое мясо. О. И что тогда? Я выдумывала новые забавы. Например, что будет, если я велю золотой рыбке выйти на берег? Так. Давайте отправиться к трем поросятам. К поросятам пойдем, друзья. Прекрасно. И знаете что? На единороге. Не зря же у нас здесь Платова единорог. Шевелись, Платова. Шевелись, Платова. Ну, шевелись. Ну ты. Кстати, не помешали бы имена? Моего будут звать... Анус. Анус? Ой, друзья, какое-то странное название. А мою плашла. Ты серьезно? Опять гномы. О, смотри, Нильгардский император. Да, просто так разобрались, походу, без всяких там... Спасибо, пожалуйста, да? Для себя. Давай, Платва. Так, мне надо меч. Ух ты. Высшего качества! Бисшных чистый, как слеза! О! Одно задание, шли до другого. Сигаретку, табачку. Нашли девочку. Бисштыха. Со спичками, ё-моё, друзья. Из какой-то сказки? Раньше я продавала спички, но дело у меня не ладилось, так что мне пришлось расширить ассортимент. А вам чего надо, дорогие? Волшебные бобы есть у тебя? Если только это не название какой-нибудь дури, то, пожалуй, нет. Ну. А может, ты хочешь... Эй, а девочка-то непростая. Она моя. Да? А почему она лежала в кустах? Кто нашел, того и будет, рыбка моя. Ничего себе, девочка со спичками. Может, все-таки отдашь себе они ленточку? Даром дурь продает, ты посмотри. Дозу, чтоб потом возвращались. А за все остальное придется платить. Даже если попросить по-хорошему? Если по-хорошему попросишь, можем на нее сыграть в карты. Какие карты? Хватит мне карт. Мы теряем время, Сиана. Пойдем. Не получится вернуть ленточку, ни бабла у меня нет, ни в карты играть, не люблю. Все. Кот какой-то стрёмный. Это кот в сапогах, друзья. Не дергай меня, просто ищи бабы. Ну, голубки, чего хотите? Так, а да, что у него еще есть у нее? Что там у тебя есть на продажу? Так я же говорю, табак, пиштых, всякое есть. Вы сами посмотрите. Давай уже. Мы же можем сами чего-нибудь продать.
Нет, но это мы не продаем. Так, а где у нас здесь всякая срань? Да, о. Чего тут только нет. Так, это нельзя продавать. Ладно. Мы теряем время, Сиар. Пойдем. Так, с одной бестолку. Кот в сапогах у нас тут разгуливал. Ой, друзья, так, ладно, все вперед. Давайте не будем тут на конях сильно. Овцы тут. Берегись, гномы! Да твою ж мать, эти гномы. Нехорошо. Ну, толпой, друзья, представляете, толпой, знаете, как вот малолетки толпой накидываются. Вот так и гномы, в принципе, из этой же. Где Сиена? Она не собирается помогать. Ой, женщины, только на словах могут умничать. Собственно говоря, как всегда. Всю рутину нам выполнять, как это, да? Как полагается. Это домики поросят, помнишь, да? Никакой на свете зверь не ворвется в эту дверь. Похоже, волк уже сдул домики из соломы и из прутьев. Остался только каменный. Надо туда заглянуть. Помнишь, что говорил Оська? Один бог лежит в открытом поле и охраняет его три раза никто. Может, это здесь? А что делать? Так, а как? Как забраться? Разрушить надо. Так, сейчас. Блин. О! О, друзья, это свиньи. В шапках. Ну, это вообще крутяк, конечно. Вот он, да. Нет, вы знаете, одна из... Кабаны мочат-то неплохо. Какие-то злые поросята, друзья. Вы обратили внимание? Что мы в них можем? Магическая пыль. Так. Есть. Синий боб нашли. Злой ведьмак подул, что было сил, и пожалуйста, вот вам боб. Невероятно. Что невероятно? У тебя есть чувство юмора? Да еще и... Это так странно. Ну, понимаешь, ты пришел такой надутый, бормочешь что-то не в попад, вечно недоволен. А тут, надо ж... Шутка. Так сказки-то развеселили, ё-моё. Ну ладно, мы тут все ля-ля, а работа ждет. Будем искать дальше. Так, теперь нам осталось только медведи, да? Ну как? Нравится тебе здесь? Отлично. Нет, я вообще не люблю магию. Иллюзии, порталы и все такое. Обманчиво все это. Пойдемте поговорим. Рыцарь старой закалки, да? Это здорово. Какой-то там Распунцель. Мы всегда поднимались наверх по косам, но я их нигде не вижу. Странно. Найдем другой вход. Это башня Рапунцель? Похоже на то. Она еще выше, чем мне запомнилась.
Погоди, погоди. Ты помнишь, что Оська говорил про третий боб? Он у лысого батрака глубоко под землей. Да, это должно быть здесь. Пойдем. Так, у лысого батрака, говорите? Здесь можно подтянуться, потом перепрыгнуть. Раз уж ты так говоришь, я подожду внизу. Лазить по камням я не могу. Так, ладно. Мы тоже не особо мастера. Да что за херня? Это вам... Да хрень. Оп. Тихо, блядь. Да ебить твою ж мать, ну. Ну это вообще тупость какая-то. Ой. Было-было, такого не... Давно такого не было. Тупорыльство. Прыгнуть? Раз уж ты так говоришь, я подожду внизу. Так, подтянулся. Лазить по камням я не мастер. Блять, ну сделали херотню. Видимо, и Геральт не мастер лазить по камням. Блять. Не, ну как-то вышло ж первый раз. Да ёперный насос, а. Так, сосредоточимся, друзья. Эх! Фига, да? Странно. Раз вышло, и то умудрился упасть, дебил. Слава богу, зашкарабкался. С горе пополам. Так, аккуратно прижавшись к стенке, высоты боюсь. Падать не хочу. Так. А что это за такая магическая красная? Ой. Ой, друзья, я что-то потратил всю эту. Тут можно смедитировать? Нельзя. Блин, заблудиться можно в этих башнях. В смысле поздно. Ух. Не, подруга, не таких еще видали. О!
Она восстанавливает здоровье. Это херня. Отдыхай, отдыхай. Ай! Какой кошмар, она висит, она повесилась. Не знаю, такую сказку знать не хочу. Какой кошмар. Ну что, здесь Боб или не здесь? Есть. Вот и желтый Боб. Не зря залезал. А, слазить теперь. Как предложите? Ну, вид, конечно, красивый, но я пас. Ну, что такое? Блин, этого еще только не хватало. Так, а ну-ка, давайте-ка, наверное, сохраним. Мало ли, сейчас буду спускаться, всякое может случиться. А что мы можем же тут взять? Конечно. Так, ну ничего, ладно. У меня уже и костюм приходит в негодность. Идем обратно. По-тихому, без всяких приключений, спускаемся. Ого, спустился. Так. Стоять, друг, стоять. Нет, а, лестница. Ой, ведьмак, ты что творишь? Не надо падать. Мы уже почти у цели, а ты тут собираешься. Ай, бля, да что ты? Стоит. За нее все делай. Эй, как? Ну как? Боб у меня, но вот Рапунцель. Ей надоело ждать принца на белом коне. Ты удивлен? Нынешние парни, модники, страдальцы. Да что ты? Ты выбрала себе вампира. Детлов, он был орудием, не более. Жаль, что он об этом не знал. Никому нельзя доверять. Я этому давно научилась. Теперь его очередь. Ну что, бобы собрали, давайте. А теперь? Теперь ты не боишься встречи с Детлофом? Я с ним справлюсь. Да? Откуда такая уверенность? Ты на него смотришь как ведьмак и видишь чудовище. А я знаю, какой он на самом деле. Будь спокоен. Ладно, пойдем. Еще немного, и мы попрощаемся с этими чертовыми сказками. Хотелось бы уже, как бы. Так, два нашли. Теперь... Ну, давайте то, что поближе. Трех медведей, значит, трех медведей. Будем с медведями еще сражаться. Кажется, он хочет мне что-то показать. Берегись, нельзя им доверять. Добрые сказки, конечно. Три медведя. Спят как убитые. Ну
вид большие, грозные, на самом деле никакие. Столика, три ложки, три миски. Одни слишком большие, другие слишком маленькие, а какие-то в самый раз. У нее были золотые волосы. Остальное так изуродовано, что трудно что-либо установить. Так ей и надо. Всегда она все брала без спроса. Бабов нет. Ну ничего, ищем дальше. Так, значит, дом у бабушки. Стоп, возьмем все. Заколдованную еду-то особенно. Три медведя. Ну, я думал, с медведями будет посложнее. Слава богу, здесь медведи оказались унылые. Сонные, наверное, были медведи. Точно. Чё же я? Ну, где дом бабушки? Бабушка сейчас нас накормит, подкормит наверняка. Во, тут будет какая-то... Кто это? Что за хрень? Большой злой волк, не похоже на злого. Слышь, волк, мы можем Тише, ой, моя голова. Ой, ё-моё. Даю слово, последний раз я пил с Румцейсом. О, Сианна, сколько лет? Ты чуточку изменилась. А ты вот не чуточки злой волк. Только, кажется, ты угодил в плохую компанию. А с кем мне еще пить? С дюймочкой. Одна рюмочка и девка уже под столом. Крутяк. Ну, чего вы хотите? Давай. Мы ищем волшебные бобы, не видел? Ой, дали мне один на сохранение, только... Где он? Говори. Тссс, не так громко. Я могу и громче. А еще я могу убедить тебя каким-то совсем неприятным способом. Она уже с угрозами. В этом вся Сианна. Слушай, я здесь за тем, чтобы играть сказку. Хочешь играть? Милости просим. Только теперь все сложно. Красная шапочка-то дала дуба. В смысле? Столько раз вспарывали мне брюхо. Зашивали в него камни. Топили, что едва нас предоставили самим себе, я отплатил этой маленькой язве сполна. Красная шапочка лежит на дне колодца вместе с охотником, а значится, мы можем поиграть. Только я не обязан с тобой разговаривать ни про бобы, ни про что еще. Вон отсюда! Добрый, добрый волк. Так, что теперь? Не волнуйся, уж мы с ним поиграем. Точнее, я с ним поиграю. Вот поиграй лучше ты. Только мне нужна красная шапочка. В смысле, деталь костюма, а не труп девочки. Ныряй, да? Уж я надеюсь. Ты хотел помогать? Тогда будь добр, прыгни в колодец и вылови шапочку. Падла. Ну шевелись, шевелись, шевелись. Не люблю, когда вот так вот женщины говорят. О. Ну ладно, пора прыгать в колодец. Ни пуха, ни пера. Теперь выбраться, да? Как вы помните, друзья, по Ларри Крофт, я очень люблю плавать. Благо тут воздуха побольше, ведьмак все-таки как-никак. Хрен, где выплыли, да? Так, ну что, давайте отдадим ей шапочку. Звучит, конечно, больно дико.
И как улов? Удачно. Смотри, что у меня. Дай сюда. Она тебе явно мала. Смотря куда эту шапочку девать, в принципе. О-о-о. Респект очень идет. Да. Вполне. Вернемся к злому волку. Ух, какая. Дай угадаю. Ты будешь в роли внучки? Ну в ролевой еще. Роли. А ты охотника. Волка лупить, что ли, придется? Че в сказки не играли? Прикольно, давайте поиграем. Опять вы? Я вам, кажется, ясно сказал. Не буду я с вами разговаривать без красной шапочки. Ничего страшного, Сиана займет ее место. Что? Ну, запретить я вам не могу, так что... Внучка, подойди ко мне поближе. Красавчик. Бабушка, а почему у тебя такие большие глазки? Чтобы лучше тебя видеть, внученька. Бабушка, а почему у тебя такие большие руки? Чтобы крепче тебя обнять, внученька. Но, бабушка, почему у тебя такие большие зубы, а? Чтобы скорее тебя съесть, внученька. О, красавчик. Сейчас будем мочить его, да? Ты сукин сын. Ты сукин сын, говорит. Да алкаш, волк. Че нам с алкашами справляться? Ну, упил тоже неплохо. Все, готов. Ты помнишь, что Оська говорил про красный боб? Он у человека, который его наверняка не проглотил. Режь. Да. Надо вскрыть брюхо. Пробки, вставная челюсть, штопор. А, вот он, красный боб. Есть. Всего три боба есть. Теперь все. У нас новый уровень, 48-й уже. Ну что? Мне вот интересно, ты исключительно тактичен, или эти ваши мутации совершенно лишили тебя любопытства? У меня бы на твоем месте было множество вопросов. Да нахрен мне тебе вопросы задавать. Ты мог бы спросить, что со мной стало после того, как меня выгнали, а ты молчишь? Неужели нужна тебе вообще не интересно? Больно. Просто ты менее интересна, чем тебе. Ну, кажется. Так вот, сразу раз и приземлили. Я не знаю подробности твоей истории, но они не важны. Я встречал много таких, как ты. Каких таких? Тебя обидели, предали. И вот тебе кажется, что это дает тебе моральное право на кровавую месть. И ты пытаешься добиться своего. Даже если за это придется заплатить жизнью. Вот тебе и раз. Ты действительно меня раскусил? Нет. Я по-прежнему не знаю, понимаешь ли ты, насколько ты все испогакала. Что ты сделала с Детлов? Знаешь, давай ты и дальше будешь молчать. Пойдем уже отсюда. Ну, пошлите садить, коль такое дело. Ослепитель, правда? Мое новое платье просто ослепительно. Отдыхайте, уже надо лечить ее, ведьмака. И мечи, и костюм уже в хлам. Сиенна, где, собственно говоря, не могу этого понять никак. Отлично, это здесь. Доставай бобы. Достану сейчас. Да чтоб вас. Фига себе их здесь мелочи этой.
Что? Ты что, дурак? Стебель растет быстро, очень быстро. Ты будь поаккуратнее. Бросай и беги, да? Отлично, бросай! Да, очень быстро вырос, да? Ну что, полезли? Ну то спасал Сиену в сказках, ёпт. Где только не был, но в сказках еще нет. Так еще что-то там. Как на Говерлу прям, друзья, было такое дело. Невероятно. Любоваться потом будешь. Сперва справимся. О-о-о. С ним. Кто там? Чё-то мне это вообще не нравится. Вообще жесть какая-то. Это чё? Где эта тварь? Ого. Мощная херня. Ох ты, бля. Мы ему по яйцам. Не, ну большой, конечно. Блин, почти добил. Чё ж я так поспешил? Ладно. Не будем спешить. Не такой уж он тут и мощный. Ух ты, падла. Да иди ты лесом. Мычишь. Ах ты, падла, мразь. Ты тварь с вилами со своими. Не мычи, тушкан. Ты тварь, а? Отдыхай. Отдыхай. Справились. О, крепкий сукин сын для сказочной-то твари.
Этот мир сошел с ума, но я не думала, что он настолько безумен. Не могу отделаться от мысли, что ты все это устроила специально. Зачем бы мне это? Чтобы избавиться от моей компании. Мы совсем рядом с выходом, и ты решила, что я тебе больше не нужен. Ты ошибаешься. Ты мне еще очень пригодишься. Но пригодишься ли ты мне, вопрос? Пошли уже. Да, знаю, я должен тебя отсюда вытащить. Идем. Постой, я не это имела в виду. Мне от тебя нужно нечто гораздо более простое и приятное. Ух, ничего себе, вы посмотрите. Эй, ну что ты на меня так смотришь? Мне нужен мужчина, Геральт, и я не боюсь сказать об этом. Понятия не имею, что будет, когда мы отсюда выйдем. Так что считай это моим последним желанием. О-о-о, да я и как бы... Да, конечно, друзья, конечно. Ну, хотят, когда чё отказывать. Я считаю, это глупо. Во, да? Отлично, друзья. Вот Геральду фартануло-то, да? Каких-то не... Ух ты, ё, в невесомости. Вы посмотрите, что творится. Прикольно. Вот. Где она? Ух ты, ё-моё. Вот это ролевые игры, так ролевые игры, я понимаю. Да я помолчу лучше. Сильно, Геральт, сильно. Да. Ну вот теперь можно и в путь, да? Почудили, покуролесили. Ничего не скажешь на прощание. Скажешь мне что-нибудь? Да. Ты права. Неужели ни одна женщина с тобой так не обходилась? По крайней мере, я такого не припомню. Тогда почувствуй себя на месте многих женщин этого мира. Надеюсь, эта сказка хорошо закончится. Для меня, для тебя, для всех. Возможно. Это от тебя зависит. Что ты имеешь в виду? Пока ничего. Кроме того, что ты услышал. Пойдем. Я отведу тебя к выходу. Слава богу. Пойдем уже на выход. Уже и серию пора заканчивать и выходить отсюда просто с этих сказок. А чё мы его обобрать-то не можем? А надо бы... О, можем. Попёрли. Давайте уже, друзья, выйдем. Просто интересно, зачем тебе было это сердце туса и княжеское вино? Просто это принадлежало мне. И то, и другое. Знаешь, если бы не эти твои заскоки, мы бы никогда не встретились. Знаю, но я не жалею. Один раз живу. Это здесь. Надо просто прыгнуть в колодец. Ты первый. Да я запросто. И кружочек снова крутится на белом фоне, что-то новенькое. Сейчас посмотрим, куда мы прилетим. Ой, как фон по глазам просто лупит.
Ну, грузись уже быстрее, потому что философствовать мне не хочется, глядя на этот дико белый экран, который просто слепит. Ослепляет мой взор и ваш, я думаю, тоже. Ву. А тут разруха, Детлов уже все разрушил. Есть. Портал в фонтане? Не слишком практично. Это был тайный ход. Мы с Амриэтой пользовались им тогда. Сбегали от гувернантки, что она, по счастью, описала в своем дневнике. Поэтому я знал, где вас ждать. Юная барышня согласилась помочь прибрать балаган, который сама же устроила. Да, согласилась. И не говори со мной, как с ребенком. Вот так вот. Ты бы предпочла, чтобы я говорил с тобой, как с обманщицей. Успокойтесь вы оба. Но. Никаких но. Теперь идем. Я правда хочу все это закончить. А нам, друзья, пора заканчивать эту серию. Затянули мы со сказками. И опять кружочек, но уже на черном фоне. Это более благоприятно для нашего взора. И здесь мы можем опять пофилософствовать, кому что интересно. А можем просто помолчать. Подумать о черном квадрате Малевича, например. Если... во! Давайте еще полчаса фильмы посмотрим, и тогда серия точно растянется, не пойми насколько. Красиво здесь. Правда? Прекрасный вид на всю долину. В ясную погоду можно даже разглядеть очертания Дунтын. Здесь, что ли? Развалины как развалины. Дерзкая какая. Не наброшь впечатлительности. Что Детлов тебе нашел? Может, он сам тебе скажет. Внимание. Детлов сейчас будет здесь. Неужели в этой серии придется смотреть всю развязку? Ван Хелсинг вам не напоминает случайно? Мне немножечко так припомнился этот замечательный фильм про вампиров. Ох ты, красота. Сиана. Сиана. Я должен тебя спросить. Ты всегда мне лгала. То, что нас связывало. Да, это ложь? Все не так просто. Я... О, нет. Все просто. Ты или лгала мне, или нет. Я прощаю тебя, но нам пора расстаться. Ох ты, ёпты. Как жаль. Сиана! Да, это печально, друзья. Не думал я, что будет такая концовочка, конечно. А я даже не знаю, что ей сказать, собственно говоря. Что ты сделал? Что должен был.
что она заслужила. В Баклер вернется мир. К рассвету вампиры исчезнут из города. Я уйду с ними. Очень далеко. Подальше от людей. Можете попробовать мне помешать. Тогда я убью и вас. Хотя вовсе этого не хочу. А смысл? Ваше решение. Пусть идет, конечно, зачем? Ты можешь уйти. Но если мы еще встретимся... Я буду соблюдать дистанцию. Поверь. Геральт, Регис, прощайте. Какой смысл убивать? В чем он виноват? Я считаю, по сюжету игры он ни в чем не виноват. Прости. Обман. Я знаю, что тяжелая штука. Хранять, но все случилось так быстро. Что мы наделали? Мы отпустили убийцу. Разве не этого ты хотел с самого начала? Не убийца. Надо сообщить Анне Генриете. Геральт, она тебя... Знаю. И все же придется ей сказать. Ну, я считаю, при чем здесь Детлов? Ну, у них был уговор с Сиеной, Сиена его нарушила. Ну, как бы, с вампирами нельзя шутить, друзья, нельзя. Но я выбрал такой путь. Не хочу я сражаться с вампиром, который, в принципе, по сути, ни в чем и не виноват. Не надо играть со злом. И зло не будет играть с вами. Две недели спустя. Так, уже 49 уровень. А мы все фильмы смотрим. А, это он на виселицу пришел, да? Вешать Геральда будут. Эй, Геральт из Ривии. Что надо? Мне? Ничего. Я Жак Красавчик. И у меня уже все есть. Вот думаю, не надо ли тебе чего-нибудь. Откуда ты меня знаешь? Знаю. Сильно сказано. Я знаю только, что тебя отрядили вместе со мной работать в прачечную. А еще знаю, за что тебя упрятали. С этой стороны я знаю каждого, кто сюда попадает. Ну, расскажи. Интересно послушать твою версию. Княгиня наняла тебя, чтобы ты нашел баклерского убийцу. Ты его нашел, разумеется. Но тот успел завалить сестру нашей Анриетки. К тому же убийца как в воду канул. Исчез с лица земли. Хотя в его случае, вернее сказать, рассеялся, как туманная мгла. Хм. Вижу, ты неплохо осведомлен. Лучше всех в этой кутузке. Княгиня на тебя наехала. Хотя раньше она срать на свою сестрицу хотела. Вот теперь ты ждешь суда и приговора. Раз уж ты так много знаешь, может, еще одну вещь скажешь? К чему меня приговорят? А, этого никто не знает. Наша Анриетка, что у нее в жопе взыграет, то она и делает. Крутяк. Пойди пойми, какое полужопье у нее зачешется. Только бежать не советую. Пока ты обычный заключенный. А вот если сбежишь, тут же станешь врагом короны номер один. Так что, пойдем в эту хачешную? Я бы побыстрее с этим закончил. Пойдем-то оно, конечно, пойдем. Я-то рад, что мы будем вместе работать. Тряпье воняет, как блевотина на солнышке, но ты привыкнешь. А кто работает, тому дают больше хлеба. Ничего себе, друзья, вы представляете, Геральт зэк за решеткой, вот такие новости. Он отжимается туда-сюда. Так, друзья, мы с вами затянули серию и будем прощаться. Хуй путало это, конечно, хорошо, но
интересная была серия, много событий, не ожидал я все это сплести в одну, может разделю, может нет, посмотрим. В общем, друзья, спасибо за просмотр, ждите новые серии, и они вас не заставят ждать. Всем пока-пока, спасибо за просмотр, не забывайте за лайки, подписки и комментарии.